того, чтобы сделать локоны, нам понадобится спрей-термозащита. Если у вас плохо держатся локоны, то лучше выбирать спрей с фиксацией, зажимы и лак. Также нам понадобится плойка крупного диаметра, у меня конусная плойка Hairway. В первую очередь я делю волосы на две части и одну половину прорабатываю термозащитой и тщательно прочесываю. Отделяю горизонтальным пробором нижний ряд и остальные волосы подбираю зажимом, чтобы они не мешались. И попрядно начинаю накручивать волосы обязательно по направлению от лица. Очень важно не бросать локон с плойки, аккуратно снимать в руку для того, чтобы он не деформировался, пока горячий. Каждую прядь я аккуратно растягиваю и сразу фиксирую лаком. И таким образом мы накручиваем всю голову. Дополнительный объем у корней мы можем сделать, если поднесем плойку близко к корню и накрутим на объем. Посмотрите, какой хороший объем у нас получился, без начесов, без пудры, только за счет плойки и того, что мы растягивали волосы. И теперь все то же самое мы повторяем с другой стороны. Вот такие пышные объемные локоны у нас получились. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Если так, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Встречи в новых видео. Пока-пока!